Асфальтоукладчик вышел на работу. Новое покрытие делают на улице Гончарука в границах Раковской-Топоркова. Предварительно мастера сняли старый слой, выровняли основание и подготовили к укладке. 320 тонн асфальта на почти 400 метров. Ширина дороги 7 метров. В этот раз у нас битсема идет, то есть идет проливка основания, идет не битумом, а битумной эмульсией проливаем. Это обеспечит более лучшее связывание основания с асфальтом. На улице Гончарука рабочие тепловых сетей делают укладку асфальта так, чтобы не был виден шов. Для этого нужно приложить немного больше усилий, но результат выйдет качественным и визуально более приятным. Сегодня работы по Гончарука завершатся. В выходные дни бригада отправится на укладку асфальта на улицу Муравьева. В перспективе у нас еще улица Краснознаменная на следующей неделе начать, если погодные условия будут позволять. Будем выйдем с подготовкой, ну и дальше уже асфальтировать будем. Краснознаменная – один из самых крупных объектов, на котором будут вестись работы этим летом. Улицу отремонтируют в пределах от Пионерской до Пушкина. У специалистов уже есть утвержденная схема перекрытия. Ограничивать движение будут поквартально и, вероятно, две полосы из четырех по очереди. Потом работники компании тепловых сетей переместятся на Советскую, на которой ремонт проведут от Агеева до Энгельса. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.